Старые качели, песочница и одногорка. Детей на улице Люкина много, и такого скудного набора им явно было недостаточно. Вот инициативные родители и решили поучаствовать в конкурсе «Город, в котором хочется жить». Теперь у них появился еще один новый детский комплекс. Мы сами ее восстановили, она была уже маленькой запущена. Тут делали песочницу, и качели восстанавливали. И потом решили выиграть этот спортивный комплекс. Выиграли мы, восстановили, согласовывая с детьми. Баскетбольное кольцо, канат, качели, всевозможные турники и лестницы. Бесконечный простор для фантазии. От такого комплекса дети действительно в восторге. Подружки Вика и Катя решили забежать сюда на минутку, после школы. Надо же опробовать новые качели. Здесь есть качели, это красивые, это, ну, канаты, ну и все... Ну, все красивое такое. Первый этап конкурса Всероссийского совета местного самоуправления при поддержке администрации города подходит к концу. Организаторы оценивают уже законченные проекты. Мы присутствуем именно уже на завершенном проекте. То есть, если предыдущие мы начинали их делать, мы совместно их делали, то сейчас мы уже завершили сегодняшний проект, и мы видим замечательную детскую площадку, где играют ребятишки, где радуются папы с мамами, бабушки с дедушками. То есть потихоньку, как обещал, мы двигаемся. У этих инициативных жителей с улицы Люкина тоже еще много идей. Пока дети растут, родители о футбольно-волейбольной коробке подумывают. Алевтина Батурина, Михаил Городников, «Объективное ННТВ».